Буэнос-Айрес, телезрительница из Тюмени спрашивает: Серега, что это вообще за аквариум с биоячейками? Я до какого-то времени сам, в общем, не знал, что это за зверь. Оказывается, все просто. Это аквариум, внутри которого встроен сап. И сегодня речь пойдет о сборке такого аквариума. Это будет небольшой аквариум 700 на 500 на 500. Море. Как обычно, поделюсь с вами всеми секретами, которые знаю, и покажу подробно, как мы все это будем собирать. Мы начнем немного с середины. Сначала мы склеим перегородку, которая будет разделять сам и основной объем аквариума. Для этого мы возьмем стекло Лакобель, черное, крашеное, чтобы свет из водорослевика, который будет в сампе, не просвечивал нам в дисплее. Смотрите, сейчас мы из Лакобели, вот она, четверка, и обычной четверки бесцветной, делаем, ну, вроде как триплекс. Например, пожалуйста, а то качаем бицухи там. Мажоры, компрессоры, там, электропистолеты. Вот, пожалуйста. Плюшечки все нужны для того, чтобы стекло тонкое, для того, чтобы его не продавило давлением. То есть это будет две четверки, соединенные между собой. Высота столба воды там 45 всяко будет. У меня есть у нас видос с тобой, Вадим, где ты топчешь дно ногами под коленку. Плющишь руками. Значит, сейчас мы наклеиваем скотчи для будущих перегородок. Первая перегородочка самая будет для флотатора, да, для пеноделителя тюнцевского. Последняя будет для возвратного насоса. И здесь будет водорослевичок и один перелив, куда можно будет положить наполнитель типа угля и яйца курса. Вот такая штука у нас получилась. 4 перегородки мы вклеили. Теперь ждем часов, там, не знаю, 12-15. Очень тонкий этот слой герметика, пока она высохнет. И будем собирать коробку саму для самой банки и вклеивать туда вот эту готовую уже, как бы, разделитель вот это, да, между сампом и дисплейным аквариумом. Так что сейчас небольшая пауза. Прошло, значит, 12 часов примерно, да, может быть, чуть больше. Перегородочки, которые мы клеили, высохли. И сейчас мы подготавливаем, как обычно, основание для склейки аквариума, выравниваем его по уровню. И хотел показать вам плюшку одну, обратить внимание по поводу обработки стекла. Сейчас покажу. Меня спрашивают, притупление углов – это что, еврокромка? Нет, еврокромка – это называют, да, вот эту полировку. То есть стекло полированное, и вот конкретно вот эта фасочка, еврокромка вот эта, а притупление углов, да, или скругление углов, это именно самый уголок, вот эта грань. Вот идет речь о ней. И здесь она скругленная, то есть тут радиус. Она выглядит вот так, то есть если смотреть на него спереди, оно острое. И получается, что вы когда всю банку собираете, вот эти все полированное по периметру, а вот эти уголочки острые, о них даже можно обрезаться. Прям писечка. Ну вот Вадим сейчас радуется результату. Говорит, что у него там писечка вышла. Это очень важно, ребят, на самом деле, выставить основание по уровню. Это значительно упрощает сборку аквариума. Потому что и стекла часто вырезают не прямоугольные, а там либо трапецией, либо ромбиком. И если еще и основание будет криво установлено, то можно собирать его будет до утра сидеть. Один еще важный момент возникает у новичков. Как отрезать скотч, на каком расстоянии? Вот сейчас прямо на примере покажу. Вот это боковая стенка. Да, она вклеивается между передней, задней и вокруг дна. Дно у нас двенашка. И, соответственно, от дна до... Ну, вот на боковушке от нижнего края до скотча мы отступаем 14 мм. Объясняю, что это за 14 мм. Это 12 мм толщина дна плюс 2 мм на галтель. Вот здесь, эту сторону вертикальную, да, которая примыкает, вот боковушка примыкает к задней вот так. Вот здесь мы клеим в ноль, то есть по фаске. И таким образом ширина галтели у нас тут будет тоже 2 мм, потому что толщина шва будет 2 мм. То есть вот такая логика. Вот эта деталь дно, и тут клей наклеит, этот самый скотч наклеен
за подлицо по периметру. Таким образом, между деталью дна и боковыми стенками лицевыми галтель будет 2 мм. Ну тут ничего нового, 100 раз вы уже видели этот процесс. Выставили мы дно, боковушку, заднюю стенку, и сейчас вот вторую боковушку выставляем. Поставили наши стеклышки, выставили все по уровню, выровняли зазоры, выровняли вот эти вот перепады. Вот посмотрите, как модно смотрится вот это закругленное стекло, например. Ну, пожалуйста, красотища. Еще и переднее стекло оптивает. Внутри формирует шов насухо, то есть там мы ничего не брызгаем. То есть это вот скотч и шпатель. А я снаружи формирую вот эти вот наружный шов лицевой. Да? Для этого я немного его сбрызгиваю водой. Ну, можно мыльным раствором, можно средством для очистки стекол. И обратной стороной носика я формирую этот самый шов. Сбрызгиваю я для того, чтобы ровнее, во-первых, формировался шов, во-вторых, чтобы излишки не прилипали к стеклу. То есть вот я его намочил, сформировал, и он уже готовый, к нему не надо будет возвращаться потом. Блин, ну у нее вид как гремлина какого-то, конечно. Эй, ты! Она похожа, ну, либо на свинью, либо на крысу. На крысу, да. Потому что она же как угольный объектив вообще у нее. Это вытягивается еще нос. Юга. Я обалдеть, это не. Швы наши высохли. Сейчас задача у нас почистить стекла. Сейчас покажу, как все это будет выглядеть. Ну вот, для начала, да, хочу показать, что мы будем чистить. Это вот такие потеки небольшие здесь есть. Потом вот тут вот такие штуки. То есть делов на 5 минут, сейчас зачистим и будем вклеивать уже перегородку саму. Хочу обратить ваше внимание еще на такой момент при работе с оптивайтом. Берите самые дешевые лезвия для чистки, они сделаны из мягкого металла и не царапают стекло. Если вы возьмете там какое-нибудь дорогущее лезвие хорошее, то можете стекло упороть. Такая вам на заметку. Затем берем нашу уже готовую перегородку и вставим ее сейчас вовнутрь, чтобы разметить скотч. Вот эти два отсека находятся друг от друга на ширину широкого скотча, да, 48 мм. Так мне будет неудобно сейчас подлезть, я эту перегородку отодвину. И с отступом на толщину стекла в 4 мм приклею два 48-мм скотча. Теперь наклеим скотч на нашу перегородку. Перегородку со всех сторон проклеил и спереди, и тут все вот эти вот перегородочки проклеил с двух сторон на заднюю стенку. Осталось теперь приклеить внутри аквариума здесь и здесь. Достаем это добро, обезжириваем перегородку, обезжириваем аквариум и можем наносить герметик. Все, втыкаем наше добро на посадочное место. Прокачиваем вертикальные швы, вот эти боковые.
Значит, смотрите, где я достаю руками, где у меня проходит рука, там я формирую шпателем вот таким. Вот, где рука не проходит, возьмите какой-нибудь предмет, но у меня есть профиль, ну вот не этот красивый, меня Вадим убьет, наверное, а такой некрасивый есть. Но вы возьмите что-нибудь, там может быть линейка или тоже кусок профиля и сформируйте им. Дальше, чтобы у нас весь скотч отошел легко, можно его опрыскать жидкостью. В этом случае можно даже водой обычной опрыскать. Тут значения не имеет, то есть это опрыскивание нужно только для того, чтобы клеевая основа на скотче немного размякла. И можно было его без проблем снять. Его и так можно снять, но очень нежная такая склейка, очень точная. И если вы будете тянуть и скотч хорошо прилип, то можно сдвинуть деталь. Поэтому я опрыскиваю в таких ситуациях. Вот, долго ждать тоже не нужно, потому что он может схватиться уже и начать рваться. Ну вот он буквально на глазах откисает. Уже. Вот особенно хорошо нужно смочить там, где тяжело подлезть. Потому что, скажем, если он тут приклеился сильно, ты можешь взять его рукой, то где-то там уже не достать. В общем, остается последний штрих буквально, приклеить переливной гребень. Обезжириваем место установки и саму гребенку. Чтобы никуда не уехало, можно дополнительно зафиксировать скотчем. Наш моднейший танк готов. Если вам нужен такой же, пишите мне в личку, ссылка будет в описании. Подписывайтесь на канал, пишите свои соображения в комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Пока!